Поставь лайк за 2 секунды, если ты хочешь, чтобы тебе никогда не задавали домашние задания. Считаю. Раз, два. Всем привет, ребятки. Меня зовут Алексис, и я собрал для вас крутейшую подборку. Сегодня у нас 10 игр. Начинаем с новой игрушки Perfect Lie. Она переводится как «Идеальный лжец». И первым делом мне нужно выбрать цвет моего персонажа. Ну, давай выберем вот такой вот обычный цвет. Так, я так понимаю, что он, ребятушки, отправляется в школу. Так, экзамен, смотри-ка. Так, спалить либо порвать. Burn it. Так, давай-ка мы его подожжем. Короче, мы получили плохую отметку по экзамену. Ну, точнее, не мы, а этот парниша. Son, did you get your exam results? Мама у него спрашивает: сын, ты получил результаты за экзамен? Он такой: да, я получил 100%. Yes, I got 100%. Amazing! Он говорит, я получил 100% из 100. И она такая, ну ты просто суперский, супер крутой. Очень классно учишься. За то, что он будет врать, я так понимаю, что у него будет расти носик. Спрашивает, как его зовут. Ну, давай оставим как есть. Говорит, я тебя накажу. С каждым разом, как ты будешь лгать, твой нос будет увеличиваться. How do I remove the curse? I don't want a long nose. Он говорит, я не хочу длинный нос. Ну и что? Ага, я понял. То есть, друзья, нам не нужно лгать, и тогда нос будет уменьшаться. Хорошо. Ну, вот такая вот игрушка прикольная. Мы с тобой находимся сейчас в классе. Смотри, как все убегают. И я тоже хочу убежать отсюда, если честно. Так, tap to jump, опа, еп, все, мы свалили. Следующий день в школе, учительница вызывает этого паренька. Говорит, почему ты убежал из школы? Так, давай-ка мы соврем. Так, я думал, что это воскресенье. My aunt passed away, тетя умерла. Ну давайте скажем, что он думал, что это воскресенье. Shut up and go back to your seat. Он думал, что это воскресенье. Серьезно. Такая забавная игрушка, конечно. Так, смотри-ка, C+. Так, нам нужно списать. Так, видишь, нам нужно списать на C+. Так, на B списали, ребятушки. На A-шку списали. Вот это, конечно, мы молодцы. Говорит, почему у вас у всех одинаковые ответы? Он отвечает. Мы учились вместе, она... Списала у меня. А, он, точнее, извините, это парень. Оу, щищ. Короче, он все списал, но накажут вот этого паренька. Ребят, вот такая вот была первая забавная игрушка. Emoji Story Tricky Puzzle. Первый уровень. Make them hot. Заставь их попотеть. То есть, смотри-ка, у нас есть здесь вот такая вот гантелька. Мне игрушка подсказывает, что нужно бросить ее на паренька. А вот этот вот персик бросить на эту девушку. О, смотри-ка. Все, уровень пройден. Это было так легко. Make a happy ending. Сделай счастливый конец. Так, смотри-ка, у нас есть сердце. Можно, в принципе, дать его девушке. А этому пареньку дадим кольцо. Все, она выздоровела, и он сделал ей предложение. Какой же хороший happy end. Make them relieved. Погоди, давай я переведу, может быть, на другой язык. К сожалению, нельзя перевести. Короче, не понял, если честно, my exam relieved, давай-ка тебе дадим деньги, а тебе дадим волшебную палочку. О, есть. А, сделай их счастливыми, наверное, да, или что? Find the right pet. Найди правильного питомца. Ну, хорошо, смотри, сова — это Гарри Поттера. Так, кошка — это Гермионы. А крыса — это вот этого паренька. Кстати, если ты знаешь, как его зовут, напиши в комментариях. Я специально не говорю, как его зовут. Гермиона, Гарри Поттер и... Напиши в комментариях, если ты в курсе, конечно же. Едем дальше. Пятый уровень. Match emoji. Так, смотри, ты любишь донатсы. Так, вор любит деньги, а вампир любит кровь. Ну, вроде бы все верно. Дальше. Make her happy. Сделай ее счастливой. Ой-ой-ой, смотри-ка, тут можно выбрать типа обезьянку, можно выбрать красивую девушку, либо смайлик. Давай вот так, смотри-ка. Сделаем ее красивой. Раз. А тут сделаем обезьянку. Ну, наверное, она будет несчастлива. Не-не, наверное, смайлик нужно поставить. Нет, все-таки неверно. О! Другое дело. Дальше. Come the commandeer.
Камза командир. Послушай командира или что? Короче, давай-ка мы вот так вот. Командир уснул, а мы все с него угораем. Так, неверное решение. А вот так вот? Нет, тоже неверно. Этот спит. Да ладно, блин, а как же поступить? Смотри, я не понимаю. Я не понимаю, как поступить. Итак, если я вот так вот сделаю... Так, тут верно. А командиру что, ничего не нужно было поставить? Серьезно? Окей. Make her happy, сделай ее счастливой. Ну, давай, так, это яблочко. А сюда паренька поставим. Это Адам. На, держи яблоко, и она довольно съедает его. Хотя было вроде бы наоборот. Она дала яблоко Адаму. Make him excited. А, сделай его, ну, типа, как бы счастливым. Итак, смотри-ка, у нас есть такая вот штука. Типа музыка играет, есть. Дальше свечу давай-ка поставим, есть. И девушка в платье. Ну, все, супер. Так, ну, вроде бы, ребяточки, мы поставили не все на свои места. Ой, у него там загорелось что-то. О, девушка, все верно, видишь, здесь не обязательно было во все места что-то поставить. Ну и давай-ка соединим все на свои места, соединим все со своими этими. Смотри, ребенок предпочитает конфетку, полицейский предпочитает вознаграждение. Так, а хотя нет, полицейский вот сюда вот. Этот сюда, этот вот сюда вот. О, все верно. Bullet Army Run. Я уже когда-то играл вот в эту вот игрушечку. Очень классная. Она, кстати, круто обновилась. Сегодня мы посмотрим на это обновление. Это первый уровень, получается, вот в этой вот игре. Смотри, какой у нас жесткий результат. Ничего себе. Так, вот такая вот оружка получается. Сейчас мы пройдем через эти вот прокачки. Fire Raid, прокачка... оружки и дальность выстрела. Класс. Так, давай-ка будем чисто центр пробивать с тобой. Мы сейчас дойдем до сундучка. Ну, наверное, открыть я его все-таки не смогу. Да. Все, мы заработали с тобой деньги. Прокачиваем здесь вот это все бесплатно. Бесплатная прокачка первая, а это уже за денежки. Все, let's go, play. Нажимаем play и поехали. Ну, тут уже у нас, наверное, не будут такие крутые результаты, как в первом уровне. Так, смотри-ка. О, это тоже новое. Раньше такого не было. Бум. Мы прям мега крутой снайпер. Плюс 80. Опа, смотри-ка, двойной выстрел. Здорово. Даблган, можно посмотреть рекламу и получить. Мне, в принципе, так нормально. О, смотри-ка, сейчас год будет классный. И дальность выстрела. Все, супер. Мы можем с тобой вообще пробивать две полосы. Ну, давай... соберем здесь как можно больше денежек. Ай, блин, я хотел сундучок открыть. Не получилось. А это уже, смотри, я могу за рекламу увеличить свое вознаграждение, но я пока что не хочу. Давай-ка мы прокачаем год. С тобой вот. Неплохо так, конечно, я его качнул. А, смотри, тут еще можно купить пульки. Вот тут у меня еще четверочка есть. Восьмерочка. Ставим сюда ее. И play. То есть плюс 8 пулек к началу. Да, я тебе хочу сказать, что с последнего раза, когда я играл в эту вот игрушку, она очень здорово обновилась. Она очень здорово обновилась. Здесь прям было добавлено слишком много различных приколюшек. Вот, допустим, вот этой штуки раньше не было. Да, там по-другому немножечко было. Смотри-ка, можно скин получить. За рекламу? Не, ну я, друзья, не люблю смотреть рекламы, если честно. Но у меня есть канал... где я играю одно видео, одна игра. То есть, я думаю, может быть, мне на том канале поиграть исключительно вот в эту вот игрушку. Канал называется Alexis. Он относительно новый канал. Если вы захотите, я могу просто оставить вам ссылочку в описании. Вы можете просто перейти и подписаться на него. На тот мой новенький каналчик. И на нем я могу сыграть реально полноценное видео по этой вот игре. Либо по какой-то другой. Там уже, кстати, вышло довольно-таки... достаточное количество видосиков, где-то около 10, поэтому вы можете смело на него переходить и смотреть. Если я не забуду, я оставлю его в описании, ребятушки, под этим видосиком. Ну, а если я вдруг забуду, вы можете мне напомнить. Напишите мне в комментариях, допустим, Алексис, дай ссылку на новый канал. И все, я сразу бросаю вам персонально ссылочку. Давай-ка мы пройдем тогда еще один уровень.
в этой вот игрушечке. Будем играть в что-то другое. И там, кстати, я, друзья, буду снимать запись экрана. То есть там уже не будет вот такой формат, как вот здесь вот мы с вами играем. Так. О, это уже, по-моему, я помню. Только это уже было в игре. Да. Едем дальше. И я думаю, что на том канале я буду постоянно рекламу смотреть. Да, так что вам будет интересно, я думаю. Смотри, Double Gun. Вау, сплит. Круто. Год. Ух ты, ничего себе, какой год. И range, дальность выстрела. Так, ну что же, я думаю, что мы поставим сейчас с тобой рекорд на четвертом... На четвертой миссии. Ну, до конца, наверное, не смогу дойти. Да, не смогу. Слишком сильные блоки. А может быть... И дойдем. Ой, не хватило 4 блока разбить. Печалька. Комикс Боб, 17 уровень. Парнишка хочет сделать предложение девушке своей. Итак, нам нужно как-то его достать. Это колечко, которое упало. Смотри-ка, давай-ка мы используем змею. О, другое дело. В этой игре нет логики. Поэтому вот сейчас я и... ну, правильное решение выбрал. Смотри, дальше. Мартышка. Она любит бананы, либо коробка. Но логично было бы, конечно, дать ей бананы. А ну. Видишь, здесь нет логики. Я просто ошибся. А я реально думал все-таки выбрать коробку. Поэтому давай-ка я выберу ее. Смотри, оп. Все, типа спрятался. Глупая банана. Банана. Глупая обезьяна. А вот здесь чисто на везение. Вот какую сторону потянуть? Эту, либо красную, либо синюю веревочку, либо красную. Смотри, ну тут чисто везение. Видишь, мне не повезло, я снова проиграл. На этот раз давай-ка потянем за красную веревочку. Что сейчас будет? О, другое дело, просто дверь открылась. Но здесь чисто на везение. Вот его девушка. Ну, довольно-таки симпатичная. И он ее очень сильно любит и хочет сделать ей предложение. Ну что же, она такая смотрит, думает... Что? Ее динозавр украл? Но она, я думаю, хотела сказать «да». Он такой подумал, ага, динозавр утащил ее в свое гнездо. Смотри, логично было бы, конечно, взять воздушный шар и пролететь, но здесь нет логики. Она здесь не присутствует. Оу! Видишь? Я же говорю, нет логики. Идем дальше. Булыжник. Очень громадный. Мне нужно как-то перебраться на ту сторону. Смотри, перчик, либо перепрыгнуть. Ну... Блин, тут даже, если честно, не знаю. Ну, давай перчик выберем. Смотри. Жесть. Да. Вон наша девушка в гнезде. Как бы ее достать? НЛО либо яблоко? НЛО, конечно же. Смотри-ка. Опа. Это было верное решение? Ну, сейчас девушку похитила НЛО. Мне кажется, что ее будет еще труднее отсюда достать. Так, она находится на корабле. И мы сейчас играем за нее. И тут, наверное, тоже логика не присутствует. А, смотри, ее похитили. Ее похитили инопришеленцы. Разбить либо дать поцелуй. Давай-ка дадим поцелуй. О, он влюбился в нее и... Так, и выпустил. А она его обманула. Да. Обманщица. Идем дальше. Нажать на кнопочку, либо... Использовать вот эту вот железяку. Видишь? А логично было бы, да? Как бы нажать на кнопочку и все. Но здесь логики нету. Дина Джам! У нас есть вот такие вот динозаврики. Машинка, игра подсказывает мне, что нам нужно нажимать пальцами по этим динозаврикам. Они загрузились в машинку и уехали. Угу, я так понимаю, что синие динозаврики грузятся в синюю машину, а красные грузятся в красную машину. Серьезно? Это такая игрушка? А, смотри, видишь, не может выйти, потому что его вот этот вот динозаврик не пропускает. А как же так? А как ему выйти отсюда? О, странно, ничего не понял. Этот не может выйти, а почему? Смотри, а почему этот не мог выйти? Короче, друзья, я пока что не понял правила игры, как здесь играть. Смотри-ка, мы здесь также с тобой расстраиваем наш зоопарк. Вот какое-то первое яйцо появилось.
Так, это получается, клиенты здесь к нам приходят, и они будут платить за то, чтобы посещать наш зоопарк. Я единственное не понимаю, почему, вот допустим, вот сейчас я могу тапать вот по любому динозаврику, видишь, и они, получается, садятся в машинку, а тогда я не мог это делать. Так. Странно. Вот смотри, видишь, зеленых не могу я сейчас погрузить. А почему я не могу их погрузить? Желтые могу, но не все. А, видишь, уже одного зеленого погрузили. Второго зеленого погрузили. И сейчас мы погрузим третьего зеленого. Отлично. Все равно до конца, если честно, не понял, как здесь играть в эту игрушку. Так, смотри, какие-то яйца появились. Так, давай-ка мы красных поместим сначала. Затем идут зеленые. Затем идут фиолетовые. Оранжевые. А этот, видишь, засел. А почему этот засел? Странно. Так, тут, наверное, тебя нужно забрать. Нет. О, здорово. Ну такая, знаешь, непонятная немного игра. Я предлагаю пройти тогда еще один уровень. О, смотри-ка, здесь вылупился динозавр. Класс. Вот такой вот прикольный трицератопс, либо трицераптус, как там его называть правильно. И мы можем с тобой построить новый вольерчик для динозаврика. Вот наши типа клиенты приходят. Давайте мне бабушке своей. Спасибо вам большое. Все, давай, давай, давай. Проходите, у нас очень весело. Ну давай я все-таки пройду вот такой вот уровень регулярный. Regular level. Так, все, красных поместили. Дальше оранжевые, да? Ага. Раз, два, три. Оранжевые поместили, желтые. Желтые есть. Так, синие, но их ничто не прикрывает, поэтому мы с легкостью их помещаем. Розовые, так, зеленые, но этот, видишь, его прикрывают немножечко. И все. Шестой уровень пройден. Динобаш! Мы остановились на 10 уровне. Кстати, у меня очень уже крутые динозаврики имеются. Вот такие вот. Видишь? Я же говорю, очень крутые, и нам нужно с тобой уничтожить наших противников. Так. Что-то мне... А, это какой-то новый, да? А если нажму я на... вот сюда вот? Вот, у меня уже до 20 яблочек может быть. Так, давай-ка мы вот так вот сделаем. Привет. Булыжниками их пока забросаем. Бум. Так, вот еще яблочко. Так, есть динозаврик. Давай-ка гиганта. Гиганта, я думаю, и лучников выбираем. Гигант будет их бить, а лучники будут сзади, получается, стрелять. Так, бьем их заморозками. Отлично. Так, еще одного лучника. Так, получай. Опа, хедшот. Видишь, мой динозаврик силен, конечно же, но противники тоже, друзья, очень сильные. Давай хотя бы еще двоих динозавриков. Так, возьмем. Ничего себе, блин. Да ладно, они сейчас перебьют мою пехоту. Мне нужно динозавра еще такого же самого. Я, видишь, немножечко лоханулся, то, что я не тех начал вызывать. Смотри, они его с первого раза уничтожают. Это жесть, просто какие-то мегалучники мощные. Вот еще яблочки. Есть, раскрошили их. Где этот динозавр? Может, только динозавров вызывать вот таких вот гигантских? Не знаю, мне кажется, что они здесь просто самые крепкие. И все. Так, получи. Заморозка. На. Ничего себе, он его влупил. Эти неандертальцы реально очень сильны. Очень сильны прям. Как мне дойти до их домика? Это вообще реально? Бум. О, да, если бы, кстати, не булыжники, ребят, я не знаю, как их одолеть вообще, этих вот чуваков. Но булыжники меня спасают. Так, сколько там? О, все, я уровень прошел. Здесь, оказывается, не нужно было одолеть их базу. Нужно было просто продержаться какое-то время, и мы с тобой с легкостью справились с этой миссией. GTA San Andreas. Я очень давненько не играл в эту замечательную игрушечку. Вот у меня вот такой есть мотик прикольненький. И давай-ка мы с тобой погоняем по ночному городу. Может, до кого-то дорвемся. Так, это полицейский? Бум! Ну, например, до полицейского.
Так, у нас есть одна звезда, я хочу немножечко погонять. Хочу, чтобы меня половили немного. Так, но мне нужно заработать еще одну звезду. Давай-ка бабушку. Я хотел сбить бабушку. Где эти полицейские-то? Он что, за мной не поехал? Блин, я же думал... Опа, минус человечек. Я бы погонял бы с этими полицейскими. Так, давай-ка тебя еще раздавим. Да блин, а что они так все уворачиваются от меня? Так, давай-ка слезем и все-таки накостыляем кого-то. Так полиция быстрее к нам подъедет. Итак, давай. Получи. Я обычно девушек не бью. О, да ладно, у нее пестик. Смотри, ее сейчас задавили. Но она еще жива. Так, все. О, смотри-ка, что у нас есть. Так, на, you want this? А сколько у меня патронов? У меня 7 патронов осталось. Смотри, что мы здесь натворили, а полиции еще нету. Как работает полиция в этом городе? Все. Закончились, ребятушки, патрончики у нас с тобой. Но по мне кто-то другой стреляет. А кто это? О, это же полицейский. Так. Стоп, он меня сейчас замочит, блин. Где он? На. О, есть, я замочил полицейского. Две звезды. Две звезды, это то, что нужно. Так, и сейчас просто убегаем. Просто, если я не убегу, меня быстро поймают. Это то, что я хотел. Бум! Да, они сейчас будут меня вот так вот ловить. А представляете, если бы было здесь три звезды, либо четыре? Ну, давайте, давайте поиграемся. Я даже еще здесь могу что-то позбивать. Так, едем сюда. Обожаю убегать от полиции. Так, эй, вы что там, отстали? Так, полный вперед. А, там вообще на мотике получается, чувак меня один ловит. Давай-ка мы его собьем. На, есть. Задний ход. Так. Все, поехали дальше. Разгоняемся. Это все, это вся полиция, это все, на что они способны. Давай-ка мы вернемся и еще их раскидаем. Знаешь, было бы прикольно увести здесь какой-то код. Напиши, пожалуйста, в комментариях, если ты знаешь какие-то прикольные кода. Допустим, код на танк. Так, все, меня сейчас поймают или нет? Нет, не тут-то было. Смотри-ка, они меня все таранят. Все. Уже дверь открыл. Так, минус еще полицейский. Так, смотри, они меня... Ой, блин, все, машина горит. Сейчас будет бум. Убегаем. Бум. Так, и тут где-то были пистолетики. Смотри-ка, сколько машин повзрывалось. Ух ты ж, ничего себе. Так, а как мне... Как мне выбрать... Так, давай-ка мы его застрелим. Так, блин, здесь цель плохо наводится, если честно. Смотри, что мы здесь устроили. Все, наконец-то нас остановили. Очень давненько я не играл в игрушку под названием Mob Control. Игра очень прикольная. Смотри-ка, есть у нас вот такие вот противники. Нам с тобой нужно их остановить. Красные и зеленые. Мы пропускаем своих человечков через врата. Такие вот. Так, опа, снова сюда пропускаем желтых. Все, красным крышка. Красных мы одолели. И осталось нам сразить только зеленых. Есть, victory. Но это, по-моему, еще не все. Так, 3, 2, 1, 0. Так, battle success. То есть, удачная битва. И мы как бы сражались с реальным человеком. Tap to build. Мы, кстати, отстраиваем свой город. И идем дальше. Игрушка снова ищет нам противника, с которым мы будем сражаться. Вот такой вот у нас противник. Хорошо. Давай-ка мы все на центр будем пускать. Здесь просто самые крутые врата. А, видишь, нет. Так не получится все на центр. Вот так все-таки нужно по бокам еще немножечко бросать перцев. Так, ну вот эти вот врата самые жирные. Центральные. Так, есть. Едем дальше. Смотри, тут у нас x2. Там x3. О, неплохо. Так, давай троечку сюда пропустим.
Давай. Опа, хорош. Хорош. Сейчас всех пропускаем сюда, вот X2. Все. Блин, так легко разбили эту базу. Ну, какие-то противники, если честно, очень слабенькие. И, кстати, игра безумно круто обновилась. Раньше не было вот таких вот приколов вот в этой вот игре, как сейчас. И графика здесь такая тоже прикольненькая. Нам нужно 485 блоков, чтобы достроить то здание. И сейчас буду сражаться с вот этим вот противником. Это у нас какая-то девушка. Так, ну ладно. Давай туда и туда будем немножечко армию нашу бросать. X4. Хорош. О, блин, как они наступают, эти красные. Ведь здесь довольно-таки много. Смотри, они тоже гигантов на меня посылают. Не могу никак их пробить. Видишь, пробиваю и не могу. Я думаю, давай через X4 будем, наверное, всех пускать. Да, все-таки это лучше, чем X3. Есть. Тут что у нас? Тут у нас, в принципе, то же самое. Видишь, врата просто открываются, закрываются, открываются, закрываются. Давай, пробиваемся. Ой, красный пробился. Здесь очень важно, чтобы никто не попал к нам. Вот, не перешел эту вот белую линию. Если кто-то перейдет белую линию, то мы проиграем. Давай. Мочим их. Все, мы уже к базе подходим, и мы уже базу бьем. Все, наконец-то. Это снова Victory. Count Master, 49 уровень. Let's go. Скоро мы с вами заработаем достаточно денежек в этой вот игрушке, и я куплю себе новый очередной скинчик. Скинов у меня здесь где-то 4 штуки. Но здесь довольно-таки сложно зарабатывать деньги. Игра, кстати, тоже это обновилась. Вот раньше вот таких вот, ребятушки, возможностей в этой игре не было. А, ну, сейчас есть. Вообще, обожаю игрушки, которые обновляются. Несмотря на то, что эта игра старая, но вот то, что она обновляется, я люблю в нее играть. Она мне нравится. Итак, нам для нового скина не хватает... А нет, почему не хватает? Хватает. Давай-ка попробуем открыть. Коровка вот такая вот получилась. Класс. Можем поменять ей цвет. Вот такой прикольный цвет. Мне нравится. Что это за цвет? Интересно. Какой-то... Даже не знаю, пепельный что ли. Напиши в комментариях, если ты знаешь, что это за цвет. Плюс 15. А, это, наверное, будет сражение с боссом. А нет, обычный уровень. По-моему, каждый 5-й уровень мы должны сражаться с боссом. Best reward. Мы можем здесь выиграть себе скинчик. И давай пусть это будет сундук слева. Проиграл. Ну, точнее, не проиграл. Мы заработали деньги. Это тоже хорошо. Но мы не выиграли скин. Давай поменяем цвет на какой-то другой. О, тоже классный цвет. Тоже такой какой-то необычный. Переливающийся цвет. И вот у нас, по-моему, сейчас будет сражение с боссом. Если я не ошибаюсь, лучников сейчас крашнем. X2, 142 человечка, это неплохо. Да, сражение с боссом, бонусный уровень. Давай попадем по плюс 80. Вау, да мы сейчас его вообще порвем как тузи-грелку. Без проблем. Еп. И зарабатываем кристаллики. У нас уже их 100 кристалликов. Это значит, что мы можем с тобой, кстати, отправиться... сражаться. Вот видишь, полный кораблик сейчас будет, да? Да, 100. Все, отправляемся. Мы, видишь, с тобой очищаем Америку. Итак, X3 плюс 30, X3. Вот это, мне кажется, самые лучшие врата. Сколько человечков у нас получается? И башню мы его крашнули неплохо. Так, здесь смотри-ка. 20, X6 и 30. Да, друзья, толпа будет, конечно, у нас очень мощная. И все, в принципе, замок уничтожен. Snake Simulator в Роблоксе. У нас есть вот такая вот маленькая змейка. И мы с тобой будем за нее прокачиваться. Воу, 44 уровень сразу. Ой, а что это за бонусы такие?
Пошли, ничего себе, смотри, какого я уже уровня. Кстати, у нас здесь есть с тобой спин. Бесплатный, мы можем сейчас что-то выиграть прикольное. Смотри, X50! Вау, жесть! Смотри, я могу уже схавать вот этого чувака. Дальше, смотри, ежедневное вознаграждение, еще плюс 1000. Есть! Дальше, смотри, гифт получу через сколько там секунд. А я могу его съесть или нет? Стоп. А как этот тот чувак прошел через этого гиганта? Без понятия. Так, сейчас мы с тобой получим гифт какой-то. Ну, то есть это типа как змейка. Мы должны подрезать кого-то, да? Взять в кольцо. Да, видишь? О. А нет, можно просто врезаться. Вот так вот оказывается, да? Смотри, какой жирный чувак. Мы его сейчас загоним. Давай. Ну, там за мной другой гонится. Он меня хочет слопать. Все, ну этому крышка. Этому однозначно крышка. Мы его сейчас просто в угол так вот загоняем. И все. Привет. Бум. Я его схавал. О, блин. Воу. Так, гифт. Еще плюс 1000. 1000 массы. Есть. Резко назад. Блин, там сзади какой-то тоже. Этот парниша, оказывается, убегал там от кого-то. Да. Конечно, неплохой у нас был результат. Так, смотри, есть магазин. Так, это за робоксы там что-то. Вот, смотри, гонится за мной. Все, он меня схавал. Это называется, друзья, мгновенная карма, да. Вот я пытался там съедать чувачков, которые меньше меня, и вот я поплатился. Блин, да сколько раз я уже проиграл. Как-то в самом начале мне прям повезло. Так, клайм, клайм. О, сейчас, наверное, прокачка быстрее будет. И больше денег будем зарабатывать. Я хочу еще дождаться, пока будет Daily Reward. Ну, вот это вот, гифт, точнее. Хочу дождаться. Так, это король, самый, типа, крутой чел. Хочет меня слопать. Ну, я так просто не сдамся, блин. Да, что ты будешь делать, блин, схавали меня снова. Ладно, я, как я уже сказал, хочу дождаться гифта. 3, 2, 1, гифтик. Что это? 3К. О, неплохо, 3К сразу. Это хорошо. Короче, еще одну жизнь поиграем. Сейчас, может быть, кого-то поймаем. И, кстати, в рейтингу я какой нахожусь? 7-й, предпоследний, представляешь? Тут всего 8 перцев может играть вот в этом вот уровне. То есть уничтожить я могу, получается, только вот этих вот, ну, уже 6-й. Только вот этих вот двоих, и все. Больше никого я уничтожить не могу. Так, давай. Я все-таки тебя съем, раз я уже нацелился на тебя, есть. Готово. И могу съесть еще того вот синего, но, ребятушки, на этом, я думаю, видосик свой буду заканчивать. Кому он понравился, обязательно подписывайтесь на мой канал. С вами был я, Алексис, я желаю всем удачки и до скорой встречи.